Опера «Князь Игорь». Действие третье. Краткое содержание. К краю собравшегося войска половцев, громогласно трубя в сопровождении бубнов, приближаются люди Гзака, ведущие отважных, бившихся до последних сил русичей, с накопленным добром. Кончак рад видеть приближенных. В полной темноте стражники, которым поручено зорко стеречь пленников, впадают в дрему, абсолютно не слыша происходящего. Подкравшийся к шатру Авлур предлагает помощь, высказывая предположение о единственном шансе спастись. Князь соглашается. Дочь хана осведомлена о планах относительно побега и слезно просит Владимира не покидать ее, не предавая их чувства. Перед молодым воином возникает трудная дилемма. Ему стыдно перед отцом за предательство родины. Половчанка сообщает посредством ударов в било о случившемся. Разбуженные сигналом, неприятели готовятся догнать бежавших. Жестокий хан ценит поступок русского князя, уважительно отнесясь к его выбору, мужеству и силе духа. Вражеский правитель казнит стражу с повелением сохранить жизнь княжичу. Кончак не намерен, вопреки уговорам населения, произвести расправу над находившимися в плену русскими. Объявив Владимира зятем, он в чрезвычайной поспешности выступает на Русь. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.